Касательно народной песни и пропаганды, так сказать, и ее положения нынче в обществе, я думаю, то, что это все-таки как это уже. Ну, это наследие прошлого, наследие культуры. Это, в общем-то, рудимент, который уже особо-то и не нужен, да, обществу. А, да и вообще, у нас же любят всякие эти проекты, запрещающие различного рода пропаганду. Ну, пускай вот разбираются там.